25 секунд остается. Хамидуллин бросает здесь. Залетает все-таки шайба. И не будет сухаря у Куньмуня. 1-3. Сначала бросал Лисовец, затем Хамидуллин. Отскок, и не удавалось долгое время ему шайбу рассмотреть. Вот она где, слева, справа. Она уже в воротах, потому что забивает, по всей видимости, 56-й номер. Это Рудольф Червена. И именно чешский нападающий становится автором первого гола адмирала в этом сезоне.